Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас обзор заказа ивановского трикотажа из интернет-магазина «Беру оптом». Вот такая посылочка, давайте открывать вместе. Первый раз заказываю в этом интернет-магазине, очень интересно. Это ивановский трикотаж. Здесь у меня много интересных позиций. Вот так все внутри запаковано, перевязано. Сейчас я все достану, чтобы не шуршать в кадре. Будем смотреть. Первое, что вижу, это вот такой вот двухспальный плед заказала. Красивые нежные расцветочки. Захотелось чего-то светлого, потому что сейчас они у меня темные. Плед двухспальный, размер 175 на 200, Well Soft. Так, материал. Сейчас посмотрим с вами. Нет, тут что-то не написано. В такой сумочке очень, кстати, удобно. Мне кажется, сумку потом можно использовать как дорожную. Смотрите, какая классная. Классная сумочка. Так, достаем плед. Ой, он очень мягкий. Он очень мягкий. И вот так он выглядит. Красиво. Красиво, ага, согласна. Красивый, нежненький и вообще красота. Супер. Это я заказала нам на диван. Очень нежненький. Он такой бежевый. И вот эта вот голубая расцветочка. Нежный, красивый пледик. Подшит хорошо. Смотрите, как обработан. Видите, на машинке, оверлоком, наверное. Со всех сторон хорошо обработан. Другая сторона, хоть и изнаночная, но тоже выглядит очень достойно. Плед классный, девчонки, вообще мягенький, супер. Плед на наш диван. Сразу как-то вот так уютненько, прям здорово. Вообще классно. Он очень мягенький. Ксюша сказала, сейчас будет валяться, да? Да. И не встанет. Да. И будет валяться. Классный. На наш диван даже вот этот размер двуспальный, хотя у нас больше евро, да, он подошел. Подошел здорово вообще. Красота. Все ссылочки, кстати, на товары, если в момент выпуска видео они будут доступны, я оставляю под видео, так же, как и ссылочку на сайт. Следующая позиция. Это туника. Темно-синий цвет. Очень миленькая, очень красивая. В размере 58 взяла себе гонять по дому. Так. 70% хлопок, 30% полиэстера. Это Натали у нас. Она такая, типа, как по джинсу. Да, Кристюш, смотри, какая туника у мамы. Спереди вот такая вот с орнаментом. Рукавчик цельнокройный. Шов такой интересный вот здесь наружный выполнен. Горловина интересная, люблю, когда широкая. Вот у нас Натали. Натали 37, показываю вам кверх ногами, да? Так, и сзади она просто такая вот, такого цвета. Так, кармашки есть? Да, кармашки есть. Она коротенькая, такая удобненькая, гонять по дому. Померяем с вами, все посмотрим. Красиво, мне нравится. Так, на сайте еще беру оптом. Частенько бывают распродажи подарочки. Смотрите, какие подарочки нам положили. Маски. Это маски, да. Это вот такие маски, очень актуально. Очень замечательные подарки. Беру оптом за это спасибо. 4 масочки у нас и носочки. Вот такие. Красота, слушай, это тебе. Вот эти поменьше, вот эти побольше. Синенькие мне, бежевые тебе, Катю. А я что? Так, цвет. Так, 85% хлоп, 12 лет. Они достаточно тепленькие, кстати, такие хорошенькие. Носочки, здоровский цвет. Светло-голубой, такой серый, я бы сказала даже. И этот темно-синий. Так, а, это мужские носочки вот это. А это повседневные женские. Ну, мужские я себе заберу, папа хватает. Размера только здесь не вижу. Ну, ладно. Так, поехали дальше. Дальше, девчонки. У нас с вами футболка. Заказала тоже себе. Мне очень понравилась. Красивая расцветка. Красиво очень сидела на модели. Тоже в размере 58. Цвет олива. Мой размер это Натали тоже. Если что, 52. Параметры 112, 90... 111, наверное, где-то вот так. Может, сейчас уже и поменьше, давно не измерялась, похудела немножко. Но все равно беру 58, почему? Потому что люблю оверсайз. Да, и все-таки немножко маломерит почти каждая модель в ивановском трикотаже. Но футболки тоже я не люблю в обтяжку носить, правильно? Футболка должна быть красивая. Сейчас, во-первых, это модно. Вот, смотрите, какая футболочка. Здесь рукав прозрачный, сеточкой. Вырез тоже достаточно такой глубокий, красивый. Все померяем с вами. Так, поехали дальше. Дальше шапочка. Да, шапочка утепленная. Взяла крестюшки на завязочках. Это у нас Тунтекс или Тонтекс. Не знаю, как правильно, девчонки, марка детская. Вот такая беленькая шапочка. Сейчас носить. Я, в принципе, ей тоненький одеваю, потому что всегда практически с капюшоном. Вот такая вот маленькая шапочка. Размер. Размер не указан. Нету бирочки, нет, не указан.
Вот так она выглядит, если отвернуть. Как раз наш сейчас размер. Головка маленькая, ушки закрывает. На завязочках, завязочки разрезаем, да. Такая беленькая. Она внутри хлопковая, да, что ценно. Это одежда детская, обязательно должен быть внутри хлопок. Но под хлопком есть что-то тепленькое. Какой-то материал и сверху вот такой, как мягенький велюр. Да? А внутри хлопок. Все классно, все грамотно сделано, здорово. Будем мерить. Поехали дальше. Так, это Ксюшки уже. Костюм детский с шортами. Называется «Мороженка». На рост взяла 146, 100% хлопок. По дому гонять шортиками вот такой вот костюмчик. Так. Вот футболочка. Хлопок такой достаточно тонкий. У нас сейчас дома, хочу сказать, жарко. В этом году прям топят хорошо, поэтому я как-то даже теплые вещи и не беру. Потому что действительно дома жарко, мы гоняем в шортах. В шортах, в майках, да? Подшито все хорошо. Обработана горловина. Так, это у нас 146 размер. Тоже Tontex. Вот эта вот марка детская, да? По-моему, я еще ничего не брала этой марки. Так, и шортики. Тоже из такого же материала. Вот такие вот шортики. На резиночке. Резинка пришита, что очень ценно. Здесь такой двойной шов. Внизу подшито, без кармашков. Такие классные, легенькие, прям такие легенькие-легенькие хлопок. Классно, здорово. Дальше крестюшки. У нас комбинезон интерлок, тоже Tontex. В 74-м размере взяла. Он нам уже немножко великоват, но 68-й уже впритык. Поэтому беру пока 74-й. 100% хлопок. Такие вот мимишные зайки. Сейчас посмотрим. Крестюша, это тебе. Это тебе. Очень мягенький, приятный тактильно костюмчик. И я бы не сказала, что это прям сильно 74. Все-таки чуть-чуть маломерит. Вот если я беру где-то в детском мире 74, да, он побольше как-то, там совсем длинные ножки. Здесь вот, мне кажется, вот это 72. Вот так вот, я думаю. Хорошо сделана горловина. Я люблю вот именно такой фасон детских ботиков с ножками. Это удобно. Никакие штаны, футболки отдельно, ничего не покупаю. Хотя с Ксюшей у меня был полный комплект, набор. Это неудобно. Девчонки, кто собирается рожать, вот таких вот бодиков каждого размера по 3 штуки и все. Запачкался, постирал, одели, высушил. 100% хлопок у нас с вами здесь. Очень красивый, миленький костюмчик. Когда спереди вот так вот идут пуговки, да, и на ножках, это очень удобно. Самый удобный формат. Лучше ничего еще для детей не придумано. И удобнее для мам. И еще один костюм Крестюшки. Какой он милый. Так, это тоже комбинезон, но он уже потеплее. Мятный, с футером, тоже 100% хлопок. Он уже потеплее сейчас, потому что на улице, когда прохладно, я ей одеваю тонкий вот такой вот бодик, тонкую шапочку и комбез с капюшоном сверху. Ну, такой тепленький, не сказать, что зимний, но теплый. И все. А этот уже потеплее, потому что сейчас становится холоднее, и пододевать под комбез уже верхний вот такой вот с футером костюмчик. Тоже 74 размер, тот же самый производитель. Вот такой красивый. Вот так он выглядит. Мятный с крысками, да? Здорово, котен, правда? Да. Резиночка на рукавах. Здесь все то же самое. Здорово все прошито, обработано. Ножки. Ножки. Вот они у нас с вами. И тоже посередине пуговки. Так, футер. Но это у нас... О, вот смотрите. Tontex. Вот эта вот марка. Кто знаком, девчонки, пишите. Федеральная текстильная компания. А, Tontex, вот правильно читается. Город Иваново. Футер, мне кажется, трехнитка даже, хотя, может, и двухнитка. Такой, ну, тепленький, хорошенький. Прям красота. Слушай, мне понравился, очень симпатичный. Так, ну на этом все. Давайте приступать к примерке. Ну вот футболочка. Мне в последнее время вот этот цвет очень нравится. Что в интерьере, что в одежде. Ну, такой вот классный. Спокойный вроде, но в то же время яркий. Рукавчик с сеточкой. Длина футболки, в принципе, приличная. Почти скрывает попу. Видно, вам сейчас опущу немножко. Так, вот она, да, длина. И сзади. Классная, приятная тактильная футболочка. Вообще, мне нравится, здорово. Под что-нибудь там, под женский, даже под спортивный костюм. Дома таскать. Вообще классненько. Туника. Ой, как мне нравятся вот такие вырезы. Вообще класс. Цельнокровный рукавчик, да? Тут такая полосочка получается. Здорово. Она выше колена, она прям коротенькая. Но по дому таскать прям самое то. Вот. Да?
карманчики. То есть она немножко вот здесь приталенная, даже выше талии. То есть недостатки фигуры она не подчеркивает, а наоборот скрывает. Очень удачный крой у этой туники. Карманчики такие средней глубины. Вот так она выглядит. И сзади. У меня там шорты под туникой домашней. Классная, классная туника. Очень удобная, легенькая, здоровская. Таскать по дому. Вообще красота. Так, Атен, твой выход. Ну вот и Ксюша в костюмчике. Классно? Да. Легенький, приятный, правда? Да. Да, мне тоже понравился. И хорошо, 146 вот этот размер нам на рост где-то сейчас 134, наверное, у нас размер сейчас. Но покрутись, здорово? Удобно? Да. Да. Всем привет скажи. Привет. И пока. Пока. Девчонки, еще забыла сказать, каждую неделю сейчас на сайте происходит распродажа. Каждую неделю меняется ассортимент товара, который можно взять по распродаже. И реально крутые скидки и крутые цены. Весь ноябрь эта распродажа будет длиться, поэтому проходите, знакомьтесь. Там есть отдельная графа распродажи, есть отдельная графа как заказать. Если вдруг что-то не получается, все подробно написано. По распродаже цены выходят вообще копеечные. Так, нашла накладную еще, сейчас я вам... По ценам сразу вас сориентирую. Так, комбинезон детский 404 интерлок, футер 392, который ментоловый, Ксюшин костюм 579, так, палет у нас с вами 868, туника вот эта моя 790, футболка моя 710, шапочка 259 Крестюшкина, и доставка у меня вышла 225 рублей. Вы всегда спрашиваете, как бы, 225 рублей от Иванова до Тулы приблизительно во всех интернет-магазинах Ивановского трикотажа она так и выходит. Где-то чуть подороже, где-то так же. Вот. Поэтому вот так. А вот и все, мои хорошие. Вот такой интересный заказ в интернет-магазине Бироптом. У меня был, все ссылочки под видео. Проходите, знакомьтесь. Ну, а я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока. Пока-пока.